как сделать фотографию на миллион, причем без обработки снимка. Секретами мастерства с краснодарцами поделился Александр Медведев. Известный своими работами фотограф из Санкт-Петербурга провел мастер-класс в краевой столице. На нем побывала Валерия Шурко. Мы сегодня поговорим о трех вещах, о позировке, эмоциях, движениях. Как сделать снимки похожими на кадры киноленты, передать глубину цвета и другие профессиональные секреты известного фотографа пришли узнать десятки краснодарцев. Свободных мест на мастер-классе нет. Организовать такую встречу помогла компания «Фуджифильм». Мы истинный фотобренд с 1934 года, и нам важно не только постоянно повышать качество фототехники, но и также вдохновлять и обучать фотографов, чтобы повышать общий фотографический уровень нашей страны. С помощью фотокамеры «Фуджи», демонстрирует Александр Медведев, можно сделать качественные снимки сразу, без последующей обработки. Лучше потратить время на постановку кадра. Чтобы сделать фотографию на миллион, нужно правильно продать образ человека на снимке. Просто адекватно показать человека – это уже целое умение. Вот представьте себе, что у вас интернет-магазин, вы собираетесь в нем продавать людей. Дизайн магазина устроен так, что на каждый товар у вас ровно две фотки. Слева и справа. А рядом цена и прочая информация. Попробуйте так сфотографировать человека, чтобы, глядя лично на две фотки, люди приняли решение, нужен он им или нет. Площадкой для творческой встречи выбрали магазин онлайн-трейд «Профото». Он открылся в Краснодаре недавно. Здесь есть широкий выбор фото и видеотехники. У нас здесь представлен абсолютно весь ассортимент фототехники и аксессуаров к ней. Самое главное – по ценам интернет-магазинов. То есть мы имеем очень хороший ценник на полке, где можно прийти, посмотреть, проверить технику непосредственно, проконсультироваться с грамотными специалистами, они у нас практикующие фотографы. Как отметили участники мастер-класса, в магазине есть все необходимое, от редких комплектующих до студийного оборудования. Так что это место может стать отправной точкой в карьере любого фотографа. Валерия Шурко, Леонид Манчинский, Самир Гачаев, Кубань-24, Краснодар.